Школа «Росатома» дарит возможности всестороннего развития детей в городах присутствия госкорпорации «Росатом». Одна из них – чемпионат по футболу 5+. 8 лучших команд из дошкольных учреждений встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе на дружеском поединке. В здоровом теле здоровый дух. Малыши Новоуральска это прекрасно знают и принимают участие во всех спортивных мероприятиях. Чемпионат школы «Росатома» по футболу 5+, в городе появился 3 года назад. С тех пор дошкольные учреждения с радостью участвуют в нем. Ежегодно участвуем. В 2017 году мы были победителем городского этапа, то есть наш детский сад. Футбол – это просто наша любимая игра. Дети очень любят футбол, то есть мы тренируемся. Когда мы узнаем, что мы вышли в муниципальный этап, у нас проходят тренировки ежедневные. Дети прям с радостью бегут на эти тренировки. Очень-очень им нравится. То есть, в принципе, я сама люблю футбол. Не обязательно быть профессиональным футболистом. Главное в игре – быть активным, ловким и быстрым. Именно с таким настроем команды выходили на площадку. Малыши из 15-го детского сада – одни из участников чемпионата. Эмоции от игры в футбол у детей только положительные. У меня радость, потому что я забил все голы. Никто больше, кроме меня, не забил. Сказали, чтобы я была в этой команде. Ты любишь играть в футбол? Да. Я занимаюсь спортом, я спортсмен. Соревнования между разными учреждениями поднимают спортивный дух, который дает силы победить соперника. В этом году чемпионат школы «Росатома» по футболу 5+, прошел на муниципальном уровне. Формат от прошлых лет не отличался. Соревнования очень понравились детям, то есть когда мы проводили и региональный этап, и впоследствии наш лучший детский сад ездил на участие в другом региональном этапе. Поэтому в этом году мы решили продолжить это начинание, которое развивает и мышление, и умение быть в коллективе, в команде, ну и, конечно, дает физические какие-то качества нашим детям. Чемпионат школы «Росатома» по футболу 5+, прошел активно и позитивно. Вообще любая физическая активность укрепляет здоровье, выявляет таланты и лидерские качества, а также вовлекает и влюбляет в спорт. В следующем году, возможно, соревнования по футболу для наших малышей выйдут на областной уровень. Но в этом году защищать честь Новоуральска на спортивном чемпионате школы «Росатома» предстоит команде «Спортики» Мадоу детский сад «Страна чудес». Елена Мельникова, Даниил Запивалов, Новоуральская вещательная компания.